На свято Водохреща у Дніпропетровську встановили 9 офіційних місць для зимового купання. На локаціях працюватимуть медики та рятувальники. Також у вірян буде можливість традиційно освятити воду. Зробити це можна буде близько 12-ї біля храму Іоанна Хрестителя. Туди представники духовенства, як і в минулі роки, вирушать хресною ходою. Ми завтра після пізньої літургії будем идти крестным ходом от Троицкого собора до Днепра, где стоит храм Иоанна Крестителя на набережной. Там мы будем освящать воду. Прямо на этом причале, который мы построили около храма, понтон такой большой. Определены места, где будут сделаны пункты для купания. Амур-Нижнедепровский район, Жумасин-Фрунзенский район лесопарка и на Ореле, в начале Ореле. Индустриальный район, парк культуры имени отдыха Воронцова, Бабушкинский район, набережная Ленина в районе храма Иоанна Крестителя, Самарский район, парк культуры и отдыха Приднепровский, Ленинский район, набережная Заводская, район памятника 152-й дивизии, набережная Победы, выход на Косу. Это все Ленинский район. Набережная Заводская, район дома 96. Жовтнево район. Набережная Победы в районе ресторан Якорь и на Косе. Жовтнево район. Центральный парк культуры имени отдыха Тараса Григорьевича Шевченко.